Вот и осень пришла, а вместе с ней новый хоккейный сезон в Старомосковье. А он обещает быть заметно интереснее прошлого. Наша любительская лига продолжает расти, и в этом году команд будет уже 8. Фаворит, как всегда, Оскол, хотя, в принципе, незнакомые команды Алексеевка и Шебекина. Поэтому не знаем, что от них вообще ожидать и какой состав. То, что лига расширяется, это огромный плюс. Появляется конкуренция, да и интерес возрастает. Пригласили. Позвонили ребята. Хотите поучаствовать? Ну, почему не поучаствовать? Тем более условия нам полностью подошли. Все игры проводятся в тренировочное время, поэтому как бы лед мы оплачиваем тренировку. Все это так организовано. В принципе, нам организация это турнира понравилось. Примечательно, что в этом году в нашей лиге будут играть команды уже из 3 областей – Белгородской, Курской и Воронежской. Хоккейный клуб «Ребьевка» – гости из Воронежа, которые рассчитывают в этом году попасть в призовую тройку. У нас нету своего ледового дворца, поэтому у нас вот тренировки, мы сюда приезжаем, вот, в Старый Оскол, здесь тренируемся. То есть своего льда у нас нету. То есть вы вообще энтузиасты полные? Ну, в принципе, да. Начали вот зимой с коробки, с хоккейной. И вот сейчас вот ездим на тренировки в Старый Оскол, в Алексеевку ездим тоже. Турнир стартовал матчем Оскол-Невский. Алексеевцы резво начали и в дебюте встречи повели в 2 шайбы. Однако Оскол потихонечку съел это преимущество, а потом и вовсе вырвался вперед. К 3-му периоду гости заметно устали. И как итог, 9-3 в пользу хозяев льда. Немножко мы не собрались. Некоторые кто заболел, кто как, ну ничего страшного. У вас хорошая атмосфера, хорошая. Прием хороший, очень все хорошо. Нет, игра не была легкой прогулкой, потому что, ну, соперник сильный, скажем так, сильный соперник. Вы видели, на первых минутах мы пропустили сумбур, ничего. Ну, потом наверстали. Ребята играют, давно играют, замечательно. Впереди длинный турнир, а главное, есть интрига. И это уже успех.